Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатываю денежку. Называется Challenge Box. И в этом видео я хочу сделать очередную проверку на вывод. Минимальный вывод отсюда 10 центов. На балансе у меня для вывода 46 центов есть. И хочу еще сделать выплату. Но прежде чем выводить, я соберу свою денежку. Я сделала апгрейд, выбила меня из кабинета. Сейчас я зайду. Апгрейд. И я за $1,5 купила себе вот третий уровень план. Вот. И у меня здесь майнится денежка. Вот. Здесь ежедневно собирать ее не надо. Она постоянно майнится. Просто потом появляется, по-моему, от 1 цента. Или от 10. Нет, не от 10, от 1 цента появляется вот эта красная вкладочка. Потом сейчас я ее соберу, все монетки, она у меня пропадет. Прибыль распределяется 50 на 50. 50% на вывод, 50% на покупки идет. И вот у меня пропало. Видите, красная вкладочка. Потом как будет у меня 1 цент, вот, да, 1 цент. Опять появляется вот эта кнопочка красная. Давайте посмотрим, что у меня стало. И у меня стало 52 цента. И здесь у меня стало на балансе покупок 11 центов, друзья. Дайте-ка зайду еще раз в апгрейд. Здесь у нас что? Угу, а здесь 20 центов. Я собираюсь развивать проект. Так, ну что? Вывод. Кликаю. Я буду на Pair выводить. И у меня на балансе 0,52. Так. Ставлю 0,52. Здесь Pair и Perfect. Все. Здесь я уже выводила 12 центов. Немалочко у меня быстро набралось. Вот эту закрою рекламку. Нажимаю вывести. Все. Так вот у меня упало прикольно. Переходим на Pair кошелек. Перезагружаю страничку. Все замечательно. 10 сентября. Перевод выполнен. 0,51 цент. Вывод. Challenger Box. Все замечательно. Продолжаю работать. Рекламка появляется в течение дня. Я захожу. И побольше уже рекламки ближе к вечеру. Вот это часов 8. Где-то так. 7-8. Вот. Ну что, в принципе, на этом все. Можно работать. Всем удачи, всем пока.